атака была грандиозная, атака была великолепная. Ману дель Мораль. Кажется, это был он. Кажется, это он сплоховал. Ману дель Мораль. Да, это он. Ну, я бы здесь Касилиса не превозносил. Касилис сделал то, что от него требовалось. Удар был по ходу его движения. Ему было не очень так и сложно. Скорее, дель Мораль опьянен был кажущейся простотой эпизода. И набросил мяч по ходу движения Касилиса. Бить надо было в противоход обязательно.